Вы дизайнер, архитектор, конструктор или вы, может, творческая личность? Как происходит ваш рабочий процесс? Как вы фиксируете свои идеи? Как происходит процесс создания чертежей и 3D-визуализации? Как насчет того, что теперь вы можете сохранять свои идеи в 3D и уже сразу получите 2D-чертежи этой модели? Более того, для этого вам понадобится всего одно приложение. Сегодня я расскажу свою историю о том, как простое приложение, скачанное с Apple Store, переросло из простого увлечения в профессию. Привет, меня зовут Павел Рыбальченко. Приложение Shaper 3D я начал использовать в 2017 году. Оно дало мне понимание прямого моделирования в 3D. В то время я уже активно занимался изготовлением предметов интерьера, и мне очень была нужна программа для 3D-моделирования. Посмотрев несколько обучающих уроков, я понял, что освоить это приложение достаточно просто. И сегодня я расскажу, как я применяю приложение Shaper 3D не только в моделировании предметов интерьера, но и в архитектуре и строительстве. И сначала о самом приложении. Shaper 3D позволяет создавать 3D-модели прямо на планшете. Оно работает с iPad Pro любого поколения и Apple Pencil. А с недавнего времени приложение стало доступно и на Mac OS. Работая в этом приложении, вы получаете первое 3D-модель, второе 2D-чертежи этой модели. Это невероятно удобно, так как в любых других кадовских программах для того, чтобы создать 3D-модель, нужно начертить сперва 2D-чертежи и уже потом выдавить из них 3D-модель. Давайте покажу, как на примере это выглядит. Это мой заказ на изготовление беседки. Заказчик попросил сделать проект с визуализацией. Эта беседка будет изготовлена из дерева. Эти элементы изготавливаются из бруса 150 на 50 мм. В этом приложении я перехожу в раздел чертежи, выделяю один элемент несущего каркаса, снимаю размеры с этого бруса. Все готово. Распечатываю его, либо отправляю чертежи в любом мессенджере. Чертежи можно отправлять в DVG, DXF и PDF файлы. Также можно сохранять и отправлять 3D-модели в нескольких типах файлов. Я в основном отправляю в файлах формата STEP. Они очень удобны тем, что их открывают все кадовские программы. Вот еще один вариант беседки. С помощью этого приложения я точно посчитал количество дерева. Выделяя его последовательно, я получаю точное количество того или иного бруса. Более того, чтобы покрыть беседку маслом или лаком, мне понадобится площадь поверхности дерева. В Shaper 3D это реализовано очень легко. Выделяя каждый элемент беседки и площадь дерева, суммируется снизу экрана. Сейчас я покажу, как с помощью этого приложения можно интегрировать вашу 3D-модель в то пространство, где она впоследствии будет находиться. И вы можете понять, вписывается ли она в это пространство. Возможно, стоит поменять цвет, форму, дизайн. Для этого открываем нашу модель и нажимаем вкладку «Дополненная реальность. Предварительный просмотр 3D-модели». Еще один текущий мой заказ – это обновление фасада здания. Этот кирпичный дом был построен из простого облицовочного кирпича. Заказчик попросил меня сделать визуализацию, рассчитать элементы на окна, посчитать площадь фасада. В Shaper 3D я изготовил 3D-модель этого дома. Теперь, чтобы посчитать фасад дома, мне нужно выделить его в этом приложении, и в приложении появится точная цифра площади фасада. Также с помощью Shaper 3D я перерисовал все декоративные элементы на окнах по каталогу производителя этих элементов. Это дало мне понимание, сколько нужно заказать откосов, наличников и подоконников на окна. Говоря о проектировании, возможности приложения просто безграничны. Сейчас я покажу вам, какое сложное здание мне удалось спроектировать в Shaper 3D. Для понимания того, какой уклон имеет участок, я приехал сюда с нивелиром, пробил высоту по участку и получил информацию о том, что участок имеет перепад 3,5 метра. И на основании этих данных построил 3D-модель участка, а дом спроектировал под существующий ландшафт. Конструктор, который рассчитывал нагрузки
по монолитным конструкциям дома, был очень удивлен, как быстро и, самое главное, без ошибок, я давал ему фасадные планы и разрезы дома. За весь проект он не вернул мне ни один чертеж на доработку. На мой взгляд, такой подход к проектированию имеет преимущество перед традиционным, где вы должны как-то зафиксировать свою идею, пусть это будет скетч на блокноте, потом в уме посмотреть на свой придуманный объект с четырех сторон и начертить 2D-чертежи, а уже потом на основании чертежей вы или ваши коллеги строите 3D-модель. Это может стать проблемой для построения сложных объектов. В Shaper 3D я сразу строю 3D-модель с высокой точностью. Я сразу вижу, как выглядит мой объект, какие цвета применить на этом объекте. И при построении разрезов и чертежей я не упущу ни одну деталь. Если мне нужно, то я получаю скетч своей модели, просто обведя его контуры карандашом. В итоге получается, что все потребности закрывает только одно приложение. Удобно то, что планшет всегда со мной. Я всегда смогу достать нужную мне информацию. Будь то габариты, площадь, объем объекта. И, конечно же, очень удобно, что все свои идеи я фиксирую сразу в Shaper 3D. Работаю с заказчиком. Я при нем могу изменить форму, размер, цвет объекта и показать объект с любого ракурса. Конечно, у вас может создаться впечатление, что я по несколько часов сижу за планшетом и трачу все свое время на процесс моделирования. Но это не так. Приложение я использую только когда оно мне нужно. И моделирование проходит настолько быстро и просто, что в итоге я только экономлю свое время. Имея приложение Shaper 3D, теперь не нужно нанимать конструктора, дизайнера, архитектора, художника, чтобы нарисовать, начертить, либо спроектировать объекты. Теперь все это я могу сделать самостоятельно в одной программе. Имея колоссальное количество инструментов, мои объекты и модели ограничиваются только моей фантазией. И помните, сперва получается легко и плохо, потом трудно и плохо, потом трудно и хорошо, и только потом легко и хорошо.